Всем привет, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Вака. И к вашему вниманию я хочу вам предоставить, так сказать, свою нарезку неудачных моментов, фейлов из разных видео. Я сделал небольшую склеечку, чтобы немножко вас так развлечь, повеселить немножко. Перед началом видео я хочу вас предупредить, что данное видео имеет нецензурную лексику. Ну, я все, естественно, матюки запикал. Извините меня за маты, кстати. Ну, бывают такие моменты, когда что-то не получается, начинаешь нервничать. Ну, это, так сказать, придало какую-то изюминку этим видео. Так что я надеюсь, оно вам понравится. Всем приятного просмотра. Имя? Аня. О, все, имя вспомнили, уже хорошо. Слышите? Ребята, о, как кросс называется? Кросс как называется? Блин, никто не знает, как кросс называется. А? А, я понял. Если вам интересен данный канал, подписывайтесь. Сорока. Да, поснимать дай. Вот это по-любому ставлю момент. Потому что задолбали, все, давай. Если интересно. Ну это все на срока отвечаю. Все, давай. Всем привет, меня зовут Вака, и в этом видео я расскажу. Не расскажу, надо узнать. Ты глаза, блядь, опять увел. Кто его так сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел. Немножко текст по-дебильному написан. У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Кушай. Не, сука, блядь, смешно. Всем привет, меня зовут Вака, и в этом видео вы узнаете, почему... Да. Причины возникновения... Да, я учил, а когда начинаю писать, все, ничего не знаю, ничего не помню. Как вам удобно, лучше всего шире брать, потому что легче будет брать. Сейчас мы делаем выпады. Все. Просто все. Зигу кидать не буду. Если вам интересен данный канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Кто тебе нравится? Скажи я. Ты. Все. И Вака. Ну, больше я. Ты подписан на канал? Вообще-то да. Кто подписан на канал Вака? Йоу, с вами канал Вака ТВ. Сейчас будем брать интервью атлетов. Это ты вырежешь. Я посмотрю. Вот такая вот нарезочка получилась. Я надеюсь, что хоть какой-то момент заставил вас улыбнуться. Напишите, кстати, в комментарии, на каком вы моменте больше всего улыбнулись, больше всего какой вам момент понравился. Ну, собственно, на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставим лайкосики. Подписываемся на канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Save your life.